заправимся и покушаем и съедим, посмотрим вообще, что такое наши современные заправки, какое там меню. Пару раз я заезжал, было очень интересно и вкусно там пахло. Да? А ты до этого что видел, хот-доги? Какие-то, да, такие перекусы, кофе, чай. Ну, давай, давай. Эта заправка называется Gas Energy. Попробуем. Там вот написано Тукена и кафе. Вот так вот выглядит сама заправка. Отсюда вижу, уже есть столики. И сейчас мы там приземлимся с Веруськой. А я пойду пока... Ставлю пистолет в бак. Рустам. И надо заправиться сначала. Работник года. Рустам. Я больше люблю смотреть вот тут. Вот. Я сейчас позвоню твоей маме и скажу, что ты балуешься. Там такая крутая заправка. Там даже книги есть. Да? Представляешь вообще? И разные закуски тоже обалденные. Сейчас. А сколько у вас? 6500. Я заправлю. Надевай шапку. Я ж в капюшоне был. Ага. Мама, он без шапки ходит. А знаешь, уже чувствуется чуть весна. Да, кстати, сегодня все таяло. Днем. Да, днем. Когда солнце есть. Вот там, короче, есть Dunkin Donuts. Ты врешь? Да, там есть. Нет, кофе. Ты врешь. Короче, очень крутая вообще заправка. Обычно а же... покушать чем-то есть? Да, да, да. Сейчас пойдем посмотрим. За зданием заправки есть парковка, поэтому очень удобно оставить машину и пойти покушать. Ну, либо можно с собой в дорогу взять и вот так посидеть в машине, понямать. Да. Ну, какое дерево огромное. Да. Сухое. Ну, наверное, оно цветет летом. Оно просто спит. Мы решили поужинать, нам надо было заправиться, и здесь так вкусно там пахло, короче. Плюс я несколько раз заезжал туда уже, но не в это место, а в другое, и видел, что там есть вкусности разные. Руська уже мчится. Я ей сказал, что там есть донатсы. Она говорит, я хочу их. Там есть гамбургеры. Да, слева? Хот-доги, есть все. Ну все, пойдемте внутрь, автоматические двери. Крутяк. О, здесь слева, короче, все для машины. Почем щетки? Почем щетки здесь? А, вот они, скрипки. Кстати, знаешь, такая доступная цена? 320 тенге, 390. Ну, вообще недорого. Вот такие есть по 1740. Ботичка, вот они, столики. Че, сюда сядем, Вирусь? Да, вообще давай возле этого сядем, если что. Возле окошка. Вот они, кофе, автоматы, да? Ну, здесь... А что причем? Где ценники? Вот они. Вот. А чаечки есть, да? Капучино есть. Да, чай есть, вот он. Да, написано. Но имеется в виду, скорее всего, одноразовый. Угу. Сиропы, смотри. Макадамия даже есть, видел? Да, лесной орех. Карамельный. И он там шоколадный еще спрятался. Буду чаек, знаешь. Тут есть еще горячий шоколад, если хочешь. У них даже, смотри, сахар такой этот фирменный. Energy Market. Кстати, я заметила мороженое вообще, смотри. Альпенгольд, Сникерс, Киткат. Кстати, Киткат я не видел Киткат вообще. Блин, еще Киткат. А что книги, вот я не знаю, это... На продажу вообще или что, или нет? Это в дорогу, наверное, знаешь, вот кто едет, типа там скучно, можно что-то взять, почитать. А книги на продажу или здесь читать? На продажу, на да? продажу. Не тупи. Куриный бульон. Я эту книгу почему-то постоянно вижу. Да? Да. Вот женщина, наверное, у которой есть план. У тебя есть план? У меня есть план. Я тоже буквально недавно видел рекламу этой книги, говорят, вообще круто. Постоянно типа, я эту книгу вижу. Да. Хиты продаж. Наверное, за вот этот столик мы с Верусикой присядем. Большой супермаркет такой для заправочной, конечно. Я вижу Доритос. Вот так в дорогу собираешься.
сюда с детьми, если пришел, мне кажется, пустой не выйдешь по-любому. Да? Ну, с женщинами тоже, Русик? А, нет, тебе даже хурма есть. Тут хурма есть, ну. Кокос. Кокосик, да, есть. Аппетитно так выглядят. Либо я проголодался, либо бананчики интересно, какие-то. Это Казахстан? Да, это казахстанские. Местные, да? Да. Караганда. Представляешь? Правильно, давно пора уже. Местно. Меня что удивило, здесь еще есть компакт-диски, которые вот в машину музыку слушать. Я давно не встречал компакт-диски, да, прикинь. А, ну потому что на, в машине же часто бывает. Стас Михайлов. Да. Вообще балдеж. Мега, шмега. Так, что будем выбирать? Кушать, пойдем да? Пойдем покушать, да, выбираем. Я хочу еще, знаешь, эту купить, вот эту, запах вот этот. Чтобы дойти до цели, надо идти. Круто. Знаешь, прикольно, да? Самое лучшее время сейчас. Ни шагу назад, только вперед. Смотри, какие интересные штучки. Какие-то косички. Как будто... А что это? Она сладкая или нет? Давай спросим. Скажите, а вот эти косички, это сладкое или это с мясом? Сытное. Сытное, это с мясом. Там есть. Ого. Угу, классно. Столько разновидностей, столько вкусов. А вот вообще это тоже, да? Тут, наверное, с телятиной буду. Они в какую цену? 400. А, берусь, какой хочешь. Корндог. 400, блин, за шпинат, грибы, 380. Слушай, ну вообще нормально, да? Да. Или гамбургер. Блин, у меня, не, короче, гамбургер. Нет? Можно вот со шпинатом одну? О, вот такие, да? Ничего себе. Есть куриная, есть говяжья. Да, 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 со шпинатом, ага. А ты будешь какую, куриную или говяжью? Котлеты, кстати, есть такие. Можно говяжью? Говяжью. Первая на трассе. Чай, я буду зеленый. Зеленый обычный? Да. Такой прикольный. Как он выглядит? Я жасмином попробую. Ты жасмином? Да. Так, а я буду лесные ягоды. Давай, по-разному, разные. Угу. Розовенький. Ну, да. Смотри, у него тут медиум, да? Да, кстати, тут есть... они все медиа. Шкала такая. Да. Вот такую вонючку возьмем. Сладости, кофеечек. Может, пончик возьмем, попробуем один, давай? Так я вот сейчас спрашиваю, ты будешь или нет. А внутри есть начинка какая-то или только сверху? Сверху внутри есть, получается карамель, лесные ягоды и шоколад. Давай шоколадом. Давай. Думаю, шоколада можно? Пробую такие чипсы кукурузные. Кукурузные чипсы и сырный соус. Вот соус. Макать, чтобы. Ну, все интересно, все такое необычное. Ну, машинку пара разные. Подождать информацию, если хорошо. Угу, хорошо. Кончик шоколадный? Да. Это что за штука такая была? Она, наверное, просто не работает. Интересно. Так, что здесь? Горячая вода. Ой, аккуратнее, Бальгиси. Промазал, но не оттуда, да? Горячие водички, давай, давай, давай. Ну, это отображается, сколько осталось. Ну, ты так оперативно сработала, вообще молодец. Салфетки, кстати, вот сразу что надо, опс, и все. Тебе крышечку же не надо? Нет, крышечку не надо, сахарок можно взять. Все, уселись. Сейчас попробуем чаи, пончики и вот эти разные штучки вкусные. Русь говорит, это похож на икеевский хот-дог. Это не то, что похож, это один в один прям вообще. Да, жареный лук. Карамелизированный лук, горчица и кетчуп. Точно-точно как в Икее. Ну что, приятного аппетита. Приятного аппетита. Будем пробовать вкусняшки. Вкусно пахнет. Да, сосиски хорошие, видно там были. Оба, как он выглядит? Так, у него двойная защита. А, нет, ты руками не трогай. Это тебя опустить надо. Ничего себе, он прям реально пахнет жасмином. Открыть его? Нет, там сейчас есть сеточка роста. Ну, это ноу-хау. Очень круто. Ну, сделай мне тоже, пожалуйста. Мне нравится вот так смотри водить. Да, да, да. Что? Вот так перемешивать можно. Угу. Я такой не видел. Классно. Круто. Да, я теперь.
вкусно пахнет. Ну вот так вот, в Караганде, видите как? Я говорю, очень вкусно, Вероника, говорю, дай попробуем. Ну, угощайся. Я поделюсь своим. Слоеное тесто такое. Шпинат. Это сыром или нет? Да, по-моему. Ну, вкусно. Ты будешь мой пробовать? Да. Он, я уже попробовала, и он действительно похож. На кейс. Да. О, у меня уже заварился чек. У тебя тоже? Большой кусок. Лук так хрустит, да? Вкусно? Блин, правда, круто. Здесь отличие все-таки, я нашла подобно, это огурчики. И булочка поджарена. Да, такая. Так что это все-таки другое подобно. Но мне чай очень понравился. Да, мне тоже. Сама идея и вообще классно. Хороший вообще, в принципе, чай. Да. Моя улыбка. Ты давно не улыбался. Я говорю, ааа. У меня как будто каркаде, кстати. А у тебя с чем? А мне лесные ягоды. Ты попробовала пончик, и резко изменилась в глазах, у тебя зрачки сразу так большие глаза эндорфины стали. Эндорфины. В голову. Эндорфины в глаза. Попробуй. Вкусный? Да, ну неплохо. Мы были в Пекине в Dunkin Donuts. Какие там были они? Вероника меня туда затащила, говорит, пойдем. Я говорю, да что там кушать, вообще сладости какие-то. Потом как раз пробовал. Это было нечто. Ну, нам нравятся закрытые. Да, ну там сверху шоколад, внутри шоколад. Короче, просто обалденно. Здесь я еще тоже не пробовал. Здесь тоже сверху и внутри. Сейчас попробуем. Ну, слушайте. Да. Шоколад есть. Не так, что знаешь, бывает, откусишь там мало. Вкусный. Да, вот вкусный. Он обалденный. Ну, самое, что удивительное, здесь есть туалет. Представляете, внутри нормальный человеческий туалет. Заехал на заправку, заправился, покушал. Можно помыть руки, сходить в уборную. Сушилка, бумажные полотенчики. Все. Горячая линия, даже если надо, можешь набрать, сказать спасибо. Не, ну правда, очень крутая заправка, потому что приспичило, да, бывает. Едешь, оп, приспичило, куда? Вот зима на улице, ну не уличный же туалет, а здесь. Вот так круто. Сейчас проверим, работает ли она. Все работает. Ника сейчас регистрируется здесь на сайте, да? Вбиваешь свой номер телефона. В Телеграме. Короче, бонусы могут начислить. Да. И последующие там заправки, покупки, наверное, будут какие-то кэшбэки возвращаться. Короче, будут бонусы. Почему нет, да, вообще? И вот такая мотивационная у нас вонючка. Ароматизатор. Чтобы дойти до цели, надо идти. Прикольно. Ходим в горы, так сказать. Вот и съездили мы в путешествие. Из города. Ну так-то да. Реально. Ну все, всем спасибо за просмотр. И увидимся, говорим всем пока. Пока.